Друзья, добрый день. Добрый день. Добрый день, дорогие друзья, дорогие консультанты, бьюти-гуру, наши гости, подписчики чудесного аккаунта Faberlic Beauty Lab. Мы начинаем наш традиционный прямой эфир, который посвящен новинкам каталога. Мы говорим о 9-м и 10-м каталогах. Да, сегодня у нас интересный эфир и целых два каталога, каталог 9 и 10. Вот так выглядят каталоги. Так, давайте мы, во-первых, ждем ваши сердечки, сообщения, хорошо ли нас видно и слышно. Спасибо, так приятно получать сердечки от вас. Будем их ждать в течение всего эфира. Представимся. Сегодня с нами старший бренд-менеджер категории «Уход за кожей» Алена Лагунова. И я, Таня Баранова, менеджер по разработкам и инновациям. Давайте пару минут буквально подождем, пока все коллеги и друзья присоединяются к нам. Повторю, что сегодня мы будем говорить о новинках каталогов 9 и 10. Чтобы было интересно нам общаться, надеемся на вашу обратную связь в течение всего эфира. И, может быть, уже сейчас напишите, если вдруг вы уже что-то попробовали, да, какие-то новинки из этих каталогов, и у вас сложилось какое-то впечатление о них, напишите, будет очень интересно. Приветствуем всех наших консультантов, друзей из огромной семьи Faberlic со всех наших стран, просторов нашей аудитории. Так, здорово, вы подключаетесь, рады всех видеть. Пока напомню, во-первых, очень здорово, что такие эфиры стали регулярными. Мы получаем от вас очень приятную обратную связь о том, что вам это интересно, полезно в вашей работе. Поэтому мы видим, что есть интерес получать больше информации о продуктах, больше знать о каких-то, может быть, закулисных моментах, связанных с разработкой, с дизайном продуктов. Поэтому обязательно следите за нашими многочисленными аккаунтами. Прежде всего, это наш канал на YouTube Faberlic Beauty Lab. Регулярно на нем появляются эфиры, обзоры наших экспертов с уникальной, эксклюзивной информацией, с секретами, с бьюти-секретами, с бьюти-лайфхаками. И обязательно просматривайте здесь, в Instagram, в аккаунте Faberlic Beauty Lab, вкладку с различными видео, тоже наших экспертов, ответы на вопросы, тематические. Все-все-все для того, чтобы вам было интересно, чтобы вы вдохновлялись и знали просто все про замечательные продукты Faberlic. Итак, еще раз добрый день всем. Ну, наверное, всем привет. Давай начинать. Да, мы начнем, наверное, давайте. Несмотря на то, что сейчас каталог 9 уже у нас и идет, продажа, да, сезон открыт. Но учитывая, что прямого эфира по обзору новинок этого каталога не было, поэтому мы напомним. Да, не случайно у меня вот там, видишь, какие цветочки? Да, закладка замечательная. Да, потому что говорить мы будем на самом деле о достаточно деликатной теме, а достаточно и серьезной теме. Это доктор Кор для кожи в период гормонального старения. Да, итак, первая новинка 9-го каталога – это серия, продолжение серии доктор Кор для кожи в период гормонального старения. Я, можно, Ален, напомню коротко про вообще про всю серию доктор Кор, потому что я лично большой фанат. Пожалуйста, поставьте сердечки, плюсики тем, кто уже попробовал другие продукты, может быть, под серией доктор Кор, антиакне кожи. Да, и для чувствительной кожи. Для чувствительной кожи у нас. Да, если у вас уже есть отзыв, напишите, нам будет очень приятно его посмотреть. Итак, доктор Кор – это серия, которая была разработана совместно с дерматологами, с косметологами. Серия, каждое средство которой решает конкретную задачу кожи, содержит не один, а целых несколько активных ингредиентов, причем разных в каждом продукте. И обязательно еще плюс в дополнение к этим активным ингредиентам, нацеленным на проблему кожи, есть корнеотерапевтический комплекс, да, который следит за целостностью и благополучием нашего самого верхнего важного рогового слоя кожи, потому что от его целостности зависит, в принципе, благосостояние всей кожи. И какую проблему бы мы ни решали, о целостности рогового слоя нужно обязательно позаботиться.
Так, и что же у нас в 9-м каталоге, Ален? У нас доктор Кор для кожи в период гормонального старения. Что такое гормональное старение? Все мы знаем такое слово – менопауза. Да? Чаще всего гормональное старение подразумевает менопаузу, да, когда мы говорим. Так вот, когда это все начинается? Менопауза состоит, условно делит ее на несколько этапов. Первый этап, да, и такой как бы самый такой важный в уходе за кожей, это период переменопаузы. Что это такое? Начинается он примерно за 4 года до наступления менопаузы, у кого-то это в 45, у кого-то в 47, чуть попозже, и длится год с момента прекращения последней менструации. Дальше идет сама менопауза, да, вот когда год примерно после прекращения последней менструации, и постменопауза, это вот уже после вот этого года, и всю нашу жизнь. Что происходит с кожей? Во-первых, снижается резко уровень коллагена и эластина в коже. Кожа начинает просто проваливаться, образуется сетка морщин, теряется тургор, кожа истончается, нарушается липидный слой кожи, говорим о корневой терапии. Да, кожа обезвоживается, потому что вот этот наш верхний слой, он не работает уже так, как он должен, по идее, работать. И поэтому мы приготовили для вас уникальные продукты, всего их 4. Да, 4 продукта. Я еще добавлю, мы часто слышим от наших экспертов, что у кожи это гормонозависимый орган. Так и есть. И это значит, что, во-первых, гормоны влияют на ее состояние и непосредственно участвуют в правильном функционировании кожи, а во-вторых, некоторые гормоны в принципе вырабатываются в коже, например, просто часто под гормонами мы какие-то такие, мы думаем, кто такие эти гормоны, да, какой-то очень класс соединений, да, не совсем понятно. Самый простой витамин D тоже является гормоноподобным веществом, он, собственно, синтезируется в коже. Итак, кожа – гормонозависимый орган, а значит, когда в нашем организме количество женских гормонов, эстрогенов снижается. Это непосредственно влияет на состояние кожи. Мы видим, как она теряет упругость, теряет эластичность. И поэтому у нас есть вот такой замечательный продукт. Крем для лица с фитоэстрогенами. Не случайно у меня здесь клевер. Таня, расскажешь? Фитоэстрогены – это фито говорит само за себя, это ингредиенты, которые мы взяли из растений, из природы, и они имеют эстрогеноподобное действие. Да, и один из таких растений, такие растения часто это, например, бобовые. Ну, как соя, да. Горох, клевер, соя. И, кстати, вы знаете, были исследования, и, собственно, вот это изучение этих растительных компонентов началось с того, что заметили, ведь в Азии просто кухня сама азиатская, вот восточная, очень много включает в себя бобовых. И какие-то исследования показали, что женщины с таким рационом питания в период менопаузы чувствуют себя лучше, выглядят лучше. И вот, собственно, это замечание стало отправной точкой для изучения. Да. Вот, в этом креме целый комплекс растительных экстрактов. Здесь и клевер, и пуэрария, и гранат. Целый растительный комплекс, который служит для того, чтобы поддержать кожу, восполнить вот, в коже недостаток эстрогенов. И он стимулирует синтез коллагена. Плюс 47% увеличивается синтез коллагена. Это клинические данные на этот ингредиент. И что мы отмечаем визуально, это повышение эластичности, упругость, поддержание тона кожи, привлекательности. Да, еще что важно, снижение уровня фитоэстрогенов, снижение уровня коллагена и эластина приводит к чему? Что у нас образуется сетка вокруг глаз. Да. Поэтому вот такой замечательный лифтинг-крем для век, для кожи вокруг глаз. В нем тоже комплекс активных веществ, которые направлены именно на повышение упругости и снижение уровня морщин. Что еще есть в этой линейке? Есть продукт, который напрямую не связан никак с менопаузой, но тем не менее он очень востребован, потому что с возрастом у нас меняется
тон кожи, да, появляются всевозможные, да, это больше зависит еще и от уровня, от жизни, да, кто привык больше появляться на солнце, да, появляется пигментация. Поэтому у нас есть крем против пигментации для лица и рук, в котором, да, есть комплекс, направленный на вот снижение пигментных пятен. И хочу отметить, что активный ингредиент, который лежит в этом креме, действует не только на те пигментные пятна, которые вы уже видите на своей коже, но и на те пигментные пятна, которые расположены чуть глубже и еще не проявились. Я думаю, что если вы ходили в косметические салоны, проходили процедуру диагностики, когда на лицо светит светом определенной длины волны, и на лице в виде таких вот потемнений можно увидеть те пигментные пятна, которые еще не вышли на поверхность. Так вот, активный ингредиент, его огромный плюс в том, что он действует и на видимые, и на те, которые пока еще вот в глубине. Да, препятствует. Обязательно пользуйтесь этим кремом в течение какого-то времени, потому что любое воздействие на кожу требует продолжительного использования для того, чтобы увидеть эффективности. И так активный ингредиент в составе этого крема через месяц уменьшает интенсивность и площадь пигментных пятен на 16%. Что очень хорошая клиника, да. На продукты вот с таким действием. И не забывайте, пожалуйста, если вы находитесь на солнце, использовать дополнительную защиту SUF-фильтра. Да, это обязательно. Мы сейчас в лете, поэтому не забывайте, да, про защиту от ультрафиолетового излучения. И да, Алена отметила, что проблемы пигментации часто с возрастом не связаны. Если крем с фитоэстрогенами, это действительно возраст 45+, то крем против пигментации для лица и рук, причем он универсальный, можно пользоваться в любом, да, возрасте. А возвращаясь к менопаузе, у нас есть еще вот такой вот крем, который, в принципе, является уникальным на рынке. А аналогов, ну, я вот честно скажу, не знаю, даже в мировой практике. Это крем с функцией Deo Fresh. А что происходит? Да? Одним из, так скажем, побочных явлений менопаузы является повышенная потливость. Так вот, этот крем, да, то есть призван нивелировать запахи тела, которые возникают, да, вот в таких деликатных ситуациях. Это не антиперспирант. Это, да, то есть он не снижает выработку вот, посредством, да, на саму потливость, но тот запах неприятный, который может возникнуть, он нивелирует. То есть он ухаживает за кожей. И мы говорим, да, что в период менопаузы нарушается все-таки липидный слой, мы теряем влагу, он увлажняет, хорошо ухаживает за кожей. И плюс у него есть вот такой вот уникальный эффект, как Deo Fresh. Да, он работает на гармонизацию микрофлоры кожи. Мы уже знаем это понятие, микробиом или микрофлора кожи. Это сообщество микроорганизмов, которые проживают на ней. И, собственно, неприятный запах тела часто вызван именно дисбалансом в микробиоме, когда каких-то групп микроорганизмов становится больше, чем нужно, и перерабатывая вот вещества, которые есть на нашей коже, могут появиться вещества, которые обладают неприятным запахом. Так вот, ингредиент в составе этого крема Deo Fresh, крем для тела, как раз гармонизует микрофлору и способствует тому, что вот неприятный запах появляться не будет. Но да, подчеркнем, что это не антиперспирант, поэтому он никак не будет влиять на потоотделение. Замечательный крем с целым комплексом, конечно же, увлажняющих ингредиентов. Восстанавливает. Да, замечательный крем для тела. Коротко. Алена, у нас были вопросы, и не только по серии «Доктор Кор» в период гормонального старения. А есть еще? Да, был вопрос по крему антиакне и крему постакне, как правильно ими пользоваться. Я почему обратила внимание на этот вопрос, спасибо за него большое, потому что в каталоге номер 9 скидка на крем постакне, и поэтому тоже хочется его отметить. Да, а крем антиакне, расскажу, да? Да, конечно. Смотрите, да, крем антиакне мы используем в период, когда у нас действительно есть высыпание, да, его можно использовать как ночной, как дневной крем.
Если высыпание острой фазе используете крем-маску ночную, антиакне. А вот крем от постакне мы используем уже когда острая фаза прошла, когда у нас просто остаются какие-то остаточные явления, неровная кожа, да, то есть это уже непосредственно, да, единичные какие-то прыщики, которые можно нивелировать, да, вот нашим средством для локального действия на прыщики. Вот тогда мы используем крем постакне, от постакне. То есть это уже, когда проблему основную с акне мы решили, мы используем крем от постакне для того, чтобы придать красоту нашей коже, чтобы выровнять тон, чтобы выровнять саму поверхность кожи, рельеф. Вот так. Да, все абсолютно верно. Крем постакне содержит чудесный ингредиент, выделенный из центеллы азиатской, очень известное растение с функцией регенерации, противовоспалительным эффектом. И суть крема постакне, акне – это воспалительные процессы в коже, да, иногда могут оставаться какие-то вот микрошрамики после. И вот крем постакне – это уже уход за кожей в период, когда с основной проблемой вы справились для улучшения ее тона, рельефа, ну, чтобы погасить вот эти воспалительные, да, все остальные проявления. Так, на вопрос мы ответили. Так, еще. Будем двигаться дальше? Подожди, я сейчас посмотрю, если... Вот, кстати, мы получили уже отзыв. Кто-то из наших друзей попробовал крем для лица с фитоэстрогенами и поделился с нами хорошим впечатлением, и клиент остался доволен. На самом деле, я тоже пользуюсь этим кремом, потому что мне уже 46, и я скажу, что прекрасно. Мне очень нравится. Действительно, кожа стала более ровной. И тон выровнялся, да, мы помним, что от тона кожи зависит, да, то как женщина визуально оценивает, визуально, да, моложе или старше. Поэтому серия достойна действительно хороших отзывов. Еще вопрос, можно ли пользоваться этим кремом, когда постменопауза, да, помогут или не помогут? Конечно, можно, да, и хочется сказать, что вот это изменение гормонального фона, оно, конечно же, не происходит как-то одномоментно. В принципе, начиная с какого-то возраста, количество эстрогенов в коже, ну, в организме и в коже, соответственно, постепенно начинает снижаться. И само наступление менопаузы, это тоже не значит, что как-то вот прям в несколько раз упал. И уже, конечно же, пользуйтесь этими замечательными продуктами. На самом деле, Таня, ты знаешь, проходили исследования, проводились, что за первые 5 лет после наступления менопаузы уровень коллагена в коже снижается на 30%, то есть на треть мы теряем. Так вот, наши кремы серии Dr. Core, они признаны в том числе и вот на восстановление вот этих вот потерь. Поэтому смело пользуйтесь в период перьев, да, то есть до менопаузы, когда вам там 45 плюс, да, 45 лет, в принципе, вы можете без проблем пользоваться данной серией, и когда вам, извините, 85, то тоже прекрасно она будет способствовать поддержанию кожи. Да. Так, и еще один вопрос по поводу крема против пигментации. Можно ли им пользоваться локально и наносить его под другой крем? Да, конечно, наносите поверх него что-то другое, если это необходимо, если вам хочется какого-то дополнительного увлажнения, или вы, может быть, поверх наносите защитный крем с фактором защиты, можете наносить локально. Главное здесь регулярность, потому что любой биологический процесс не происходит по мгновению волшебной палочки за секунды, поэтому пользуйтесь кремом регулярно в течение хотя бы месяца, и тогда вы точно заметите результаты. Да, еще один я увидела вопрос. Давай. Крем с функцией Deo Fresh не поможет при повышенной потливости? Нет, как я уже сказала, да, то есть он не отвечает за снижение именно непосредственно самой потливости. Он борется уже, так скажем, с ее последствиями, с вторичными признаками, да, это с неприятным запахом. Но потом потливость нам иногда нужна, это
регуляция в том числе, да, нашей температуры нашего тела. Да, крем наносится на все тело, то есть это не локальное нанесение, например, на область подмышек, это действительно крем для всего тела. Итак, я думаю, что пора завершать с доктором Кофе, потому что очень-очень много еще новинок, да. У нас целых два каталога. Итак, в заключение, доктор Кор, 4 замечательных новых продукта для ухода за кожей в период гормонального старения. Пробуйте, будем ждать вашу обратную связь в нашем инстаграм-профиле. Делитесь вашими эмоциями. Что у нас следующее, Алена? Тему, так скажем, да, косметики, которая решает вот такие вот непростые задачи, мы не заканчиваем. Хочу всех обрадовать, если кто-то не знает, что у нас, в принципе, то, о чем вы так мечтали, так просили, и мы, наконец, держи вот так, давай помогу. Выпустили. Это кремы в серии Expert Pharma, домашняя аптечка. Что мы выпустили? Вот у Тани в руках крем с аргинином. Что в нем нового? Мы немножечко доработали, улучшили формулу. У нас теперь вместо обычного аргинина аргинин ПЦА. Это аргинин с улучшенной проницаемостью в кожу. Да, крем, то есть выпустили, повторили хит, немножечко доработали тоже у него текстуру. Теперь это бальзам-растирка с пчелиным ядом. И вот у меня в руках новинка, крем-растирка с сабельником, который обладает тоже вот таким тепловым эффектом, да, он разогревающий. Поэтому пользуйтесь, тем более сейчас время, когда мы все, да, там у кого-то есть еще и дачи, кто-то ходит в лес, да, повышенной физической активности. С аргинином мы можем пользоваться при каких-то, да, нарушениях, там, при укусах насекомых, то бальзамы растирки, колено, суставы, поясница, шейный отдел, то есть все, что у нас подвержено вот таким воздействием, да, нашего летнего отдыха. Да, мы в обратной связи получали очень много вопросов, когда появятся эти средства. Вот они появились, 9-й каталог, заказывайте, пробуйте. Да, и у меня к вам даже такое вот предложение, если вы считаете, что нужно еще какие-то средства, да, то есть мы всегда открыты к вашим комментариям, к вашим пожеланиям. Пожалуйста, если вы знаете, что можно добавить в данную серию, пишите обязательно, мы воспользуемся вашими советами тоже. Я вижу комментарии, что уже пользуются кремом с пчелиным ядом. И как? Нежный аромат и эффект виден. Прекрасно. Так, дальше. И еще смотри, один у нас есть запуск 9-го каталога. Целая семья кремов для рук и ног. Happy Hands, Happy Steps, счастливые руки, счастливые ножки. Так, смотри, у нас всего, у нас вот рук не хватает для того, чтобы, да, все эти 10 кремов. Да, поэтому для того, чтобы полностью рассмотреть прекрасный дизайн, открывайте страницу 103, 104, 105 в вашем каталоге номер 9. Там представлены все новинки. Они вот такие все яркие. Таня, почему они все такие яркие и в чем их? Ты знаешь, во-первых, сейчас есть тренд на то, чтобы дизайн подчеркивал главный ингредиент состава, который отвечает за эффективность продукта. Ну, вот, например, у меня в руках крем для ног дезодорирующий с таким прекрасным эвкалиптом. А у меня крем с матой для снятия усталости, с мятой. Мята. А во-вторых, вот такой дизайн, но тут уже ты сможешь мне помочь, верно ли, дизайн в формате вот такой яркой мультипликационной истории, мне кажется, тоже сейчас популярен. Сейчас это очень популярно, яркие вот такие вот, да, герои, которые, да, все мы делимся, все мы порой испытываем вот какие-то, да, недостаток положительных эмоций. Так вот эти кремы, они в первую очередь, помимо того, что каждый из героев имеет свое функциональное предназначение, они еще и дарят нам вот такой вот заряд положительной энергии. Они все яркие, они с характером, их приятно подарить, да, потому что, ну, крем для ног, для рук, да, это всегда то, что, ну, то, что нам нужно. И хочется пользоваться не просто каким-то рутинным кремом, да, а хочется что-то такого необычного, яркого. Такой крем всегда ты подаришь, да, будет приятно, повысить настроение подружки. Ой, например, я точно всем подружкам дарю эти
крема, и все просто счастливы и довольны. Я когда смотрю на мяту, которая принимает ванну, я сразу же начинаю улыбаться. Еще хочу отметить, что эти все новинки замечательно пахнут. Ой, потрясающие. Давай потрясающие ароматы. И главное, что такой огромный запуск, по-моему, 10 продуктов. 10 продуктов. Да. И каждый из них — это уникальная формула, это уникальная разработка в каждой. Смотри, как они равноносятся. Больше даже, чем один ингредиент, который оказывает положительное действие на кожу. Каждый состав был скрупулезно продуман. В общем, супер, очень замечательные новинки, которые, я думаю, порадуют вас, ваших близких. Наслаждайтесь, пользуйтесь. И, да, здесь и есть крем для рук с соком алоэ, крем для рук с маслом шиповника, с маслом зернышек облепихи. Да. Огромное количество масел в составах разных продуктов. В общем, замечательная серия, и надеюсь, потрясающий дизайн. Даже не надеемся, а уверены, что она будет вас радовать и дарить вам хорошее настроение и уход, да, вашим ручкам и ножкам. Так. Что у нас еще? Я посмотрю, может быть, нам что-то написали. Венера пишет, что ей очень понравился крем для ног, для снятия усталости и рук барьерный. Да, вот в составе крема для рук барьерного оливковый воск, который действительно защищает, да, и вот можно перед какими-то домашними делами нанести его на руки, чтобы защитить дополнительно кожу. А, да, спрашивают еще раз, о чем сегодня тема эфира. Здорово, что вы подключились. Тема сегодняшнего эфира — новинки каталогов 9 и 10. С 9 мы уже завершили. И теперь мы переходим к новинкам каталога 10. Их тоже много. Был вопрос, будет ли сегодня о бьюти-гаджетах. Да, обязательно будет. Про них информация буквально через пару новинок, да? Да. Давай перейдем к следующему, 10-му каталогу. Что нас ждет? Какие новинки ждут в 10-м каталоге? Ну и, наверное, такая вот важная очень новинка, которая беспокоит всех. Да, то есть это вот такой вот... Мы живем в достаточно непростое время, тем более вот ковид, да, QR-коды, не QR-коды, в общем... Все испытывают определенный стресс. Так вот, в потрясающей, чудесной серии Dream Therapy, которую, я думаю, уже полюбили все, потому что она прекрасная, она восхитительная, она чудесная. У меня не хватает аппетитов для того, чтобы рассказать о всех ее чудесных свойствах. Вышла вот такая антистресс-эссенция, вот такая коробочка. И вот такой вот чудесный маленький флакончик с роликом. Его, да, здесь вот шариковый аппликатор, небольшой удобный объем, формат, который можно всегда легко положить в сумочку, даже очень маленький клатч. Покажи поближе. Я надеюсь, видно, но если не очень видно, открывайте 71-ю страницу каталога номер 10. Антистресс эссенция. В ее составе натуральные эфирные масла. Здесь целый комплекс. Здесь и масло мяты, масло лимона, масло лаванды. И этот продукт нужен для того, чтобы снять напряжение, снять симптомы головной боли, расслабиться. Потому что именно эти симптомы или эти состояния нам мешают отдохнуть, заснуть. Продукт удобно брать с собой, например, в дорогу, иногда в транспорте сложно уснуть. Ну, да, да, или просто, да, вот есть люди, которые испытывают некий дискомфорт. Таня, расскажи, куда их наносить? Я нанесла вот сейчас на область височную. Да, ты все верно сделала. Действительно, этот продукт нужно наносить на точки, на пульсовые точки. Что это такое? Это участки кожи, где кровеносные сосуды подходят ближе. Это значит, что эти участки кожи чуть теплее, а значит, эфирные масла будут лучше испаряться, и аромат будет воздействовать на вас. Это зона висков. Тоже воспользуюсь. Да. Прямой эфир – это всегда стресс. Волнительно. Не стресс, что? Просто это стресс, потому что первый прямой эфир. Это приятное волнение встречи с нашими друзьями. Это область шеи, ну вот, например, вот здесь. Это может быть запястье. Замечательный аромат.
очень легкий красивый продукт, не оставляет каких-то неприятных ощущений, быстро впитывается. Да. Прекрасно. Пробуйте, пишите нам ваши отзывы, ваши впечатления, будет очень интересно их узнать. Получаем серия, Лидия присылает комплименты этой серии, говорит, что сон великолепный. Конечно. Спасибо большое. Спасибо. Очень приятно получать положительные отзывы. Здорово, да. Есть еще комментарии? Перейдем к следующей. Да, я думаю, да, можем переходить к следующему. Если мы какие-то вопросы пропустили, пожалуйста, не обижайтесь на нас. Мы обязательно будем проводить в будущем эфиры вопрос-ответ с нашими экспертами. Вот. И чуть позже, может быть, в конце мы еще внимательно посмотрим и на какие-то вопросы да ответим. Еще одна новинка в не менее популярной серии, да, которая тоже достаточно... Очень популярная серия. Да. Global Oxygen. И вот такая замечательная, чудесная маска с потрясающей пенящейся текстурой. Я даже продемонстрирую. Обязательно. Ее вот так вот можно наносить. Она у нас новая, ну, сейчас я вот... Да, лучше держать флакон вертикально. Ну вот видишь, пока у меня не... Вот. Нужно несколько нажатий, чтобы... Ну это вот, да, первое, но это всегда так. Да, здесь поршень и такая трубочка, уходящая в массу. Нужно несколько нажатий, чтобы заполнить весь этот поршень и продукт. Начал выделяться. Да. Плюс еще имейте в виду, это действительно уникальная текстура, богатая и нашим кислородным комплексом, и вот этой технологией, которая вот так вот сейчас вспенивает. Да. И поэтому действительно, может быть, нужно чуть несколько больше нажатий. Это первое, да, но... чтобы вот, продукт хорошо эвакуировался. Это да, но это раз, только первый раз, ну, дальше... Смотри, что происходит. Вот эта голубая масса, которая у меня на руке, нежно-голубая, она начинает уже вот так вот пениться и превращается вот в такую нежно-голубую пену. Да. Эффект потрясающий. Я пробовала, то есть я не то что пробовала, я пользуюсь этой маской, она у меня стоит дома. А вот дети у меня в восторге, когда начинают, ну, как бы пользоваться маской, и, в общем-то... Так, сейчас аккуратно, ты на себя наносишь, а дети в восторге от тебя. От моего внешнего вида, да. Хорошо. Продукт действительно потрясающий, и сама вот эта текстура пенящаяся очень популярна, очень модная. Да. Я надеюсь, вы видите, да, как вот пузырится. Прям переливается, да, пузырится. И вот это вот ощущение невесомости на твоей коже, да, это не то, что когда вот маска плотным слоем вот таким она лежит, да, на тебе, а вот здесь вот именно вот эта вот легкость, в общем, волшебные пузырьки. И в это время ваша кожа насыщается кислородом, работает... И кислород, и витамин С, и глутатион, и все ингредиенты, которые работают в серии Global Oxygen. Замечательная маска, очень интересный продукт, очень эффективный продукт. Если у вас важная встреча, свидание, обязательно воспользуйтесь маской перед этим. Супер. Что такое? Пишет, что небольшой флакон, здесь 30 миллилитров. В принципе, ну, достаточно хватает, да, поскольку продукт пенится, он будет потом расширяться уже, находясь у вас на коже, поэтому ну, вот могу сказать, все в порядке. Вот я, наверное, порядка вот 5 раз пробовала, уже наносила эту маску, и у меня до сих пор там еще все осталось. Ну, то есть есть еще достаточно большой запас, поэтому нет, ее не на один да, раз. Да, расход там, не такой большой, расход, как может показаться. Несмотря поэтому, на такой, несмотря на такой небольшой объем. Зато всегда удобно взять с собой, кстати говоря. Так, нас спросили, для какой кожи этот продукт. Для любой кожи. Для здесь любой. Нет никаких ограничений. Если ваша кожа испытывает недостаток кислорода, если вы офисная... Это может случиться с любым типом кожи. Да, особенно вот в такую жару, которая сейчас была в Москве, мы сидели с воздуха, да, да, под кондиционерами, да, не помешает, верно, сухость и обезвоживание, все что угодно. Ну и, наконец, новинки, которые вы так долго ждали, это Skin Skills, серия Skin Skills, серия бьюти-гаджетов.
Да, то есть мы подумали, что в принципе сейчас в наше непростое такое динамичное время, когда мы ничего не успеваем, а хочется все и сразу, и времени на походы к косметологам у нас не всегда бывает. Не знаю, Даня, ты часто ходишь? Я вот не очень, мне не хватает времени. Ну, иногда действительно не успеваю. То вот есть такая серия тренажеров для кожи. Потому что, да, за телом мы все следим, где-то, я не знаю, я могу пройти от метро до офиса, еще как-то. А вот за кожей, для того, чтобы ухаживать, мы разработали серию бьюти-гаджетов. Называется она Skin Skills. Вот такие чудесные там держи. Тебе какой больше нравится? Мне коробочки. Все нравится. 5 бьюти-гаджетов, каждый из которых, в принципе, он, то есть мы выпустили 5 бьюти-гаджетов для того, чтобы удовлетворить, на все практически запросы, которые есть. У нас есть, например, вот как Таня держит гаджет вот такой вот для ультразвуковой очистки лица. Чем он прекрасен? Настолько глубоко он очищает кожу, да, то есть мы можем его, в принципе, продемонстрировать, наверное, как он действует. Да, хочу отметить сразу, что каждый гаджет имеет вот такую чудесную коробочку. Все гаджеты заряжаются от USB шнура. Давайте вот так вот покажем. То есть вам не нужно задумываться о том, что сел гаджет, не сел гаджет. Сел, зарядили. Не нужно тратиться на батарейки. К каждому гаджету у нас станет доставать, прилагается вот инструкция. Инструкция на 4 языках со схемами применения, со временем, да, то есть как бы. Кстати, хочу вот отметить, в инструкции есть также QR-код, вы сможете через ваш смартфон пройти на лендинг, на сайт, на посадочную страницу, можно по-разному называть, да, где также есть подробная информация. Кстати, смотрите QR-коды, они в каталоге представлены для всех серий. Если нужна дополнительная информация, всегда можете сам на сайте. Формат немножко не позволяет нам это сделать. Все, мы выключили, да. Что за шум? Это работал прибор. Это прибор для ультразвуковой очистки, поэтому мы его включили, чтобы вам показать, и он стал шуметь. Извините, да. Да. Нам это было не так слышно, как, видимо, вам. Нам это не слышно, потому что вот это единственный прибор ультразвуковой, да, ну, в смысле, из всех приборов, да, ультразвук, он действительно вот так действует на окружающие... Вот, ну, ультразвук — это тоже определенная волна, это определенная вибрация, да, и поэтому хотим отметить, конечно, когда вы будете этими приборами пользоваться... Шума вообще такого нет. Ну, во-первых, да, он реально не так шумит, здесь, видимо... Просто... Да, аудиосистема какие-то определенные... Длинные волны воспринимает лучше, чем другие, поэтому вам так показалось. Да, Тань. Так, все, теперь снова отлично слышно, да. Прекрасно. И если вы будете на коже ощущать какое-то, может быть, давление, вибрацию, это нормально, это работают приборы, и они таким образом воздействуют на вашу кожу. А, Тань, смотри, несмотря на то, что мы говорим, что это прибор для ультразвуковой очистки, на самом деле у него есть еще и уникальные свойства, да, то есть ультразвук, он очень хорошо доставляет, да, то есть способствует насыщению кожи кислородом. Для того, чтобы ваши гаджеты, держи, хорошо скользили, да, то есть все, ну, вот любой из нас когда-то был на УЗИ. Что наносят для того, чтобы, да, проникали вот волны? Гель. Гель. Мы разработали вот такой вот специальный гель, который рекомендуем использовать в этой же серии. Да, это гель в серии Skin Skills. В чем его особенность?
помимо того, что он как бы улучшает работу, да, и вот проходимость вот всех вот этих волн в кожу, это не простой гель для УЗИ, это гель увлажняющий. В нем содержится комплекс электролитов. Электролиты – это магний, да, то есть это морские минералы. Это очень полезно для нашего, скажем так, кожного обмена, да, веществ в коже комплекс. Плюс здесь есть гиалуроновая кислота, да, то есть это увлажнение. И плюс здесь пептидный комплекс. То есть и вот если часть наших гаджетов, они в том числе и разогревают немного кожу до комфортных 42-45, что способствует просто более глубокому проникновению полезных веществ в кожу, так вот у нас пептидный комплекс, он не разрушается, да, то есть вот под воздействием вот этих, вот этого тепла, и обладает антиэйджинг эффектом. Здорово. Гель очень легко наносится, то есть как мы пользуемся? Мы наносим гель. Не надо его вбивать, просто нанесли на кожу, распределили, да, и возьмем, например, гаджет, ну вот давай вот такой у меня. Только давай сейчас вот со звуком аккуратно. А этот, а все остальные, они не будут так сильно, ну как бы, да, воздействовать на аппаратуру, потому что это не ультразвук. Опять же, смотрите, какая подробная инструкция. Такой у нас есть. Целая брошюра. Да, это вот такая уникальная форма, на самом деле, сейчас она очень мега популярна. Посмотрите, у нас, да, то есть несколько цветовых решений. Это светодиоды различного спектра действия. Подробно можно прочитать в инструкции. Что мы делаем? Мы наносим вот такой гель, да, и опять же по массажным линиям от центра к периферии мы начинаем вот так вот вводить. Все приборы, они интуитивного воздействия, то есть сенсорного, они начинают вибрировать, когда вы касаетесь кожи. То есть вот так вот он вообще ну, никак не ощущается. А вот так вот, если, то он начинает вибрировать. Нанесли гель на определенную зону, проработали. Нанесли гель на вторую зону, проработали. Гель не нужно смывать. Он, в принципе, да, то есть его... Остатки можно удалить салфеткой, либо просто вбить, да, ну вот, как бы, он высыхает достаточно быстро. Тут еще, да, смотря сколько вы нанесли его предварительно, да, если действительно как-то излишек и хочется удалить, да, то можно удалить салфеткой. Данный гель можно, в принципе, вот, да, еще расскажу чуть-чуть про гель, что его, в принципе, если вы делаете самомассаж с гаджетами, без гаджетов, и, пожалуйста, пользуйтесь. Вот такой вот замечательный V-шейпер, да, он повторяет еще раз. Это массажер для омоложения лица и шеи? Да, потому что смотри, у него какая, вот он вот это вот все. Да, благодаря изгибу можно проработать вот эту вот проблемную зону, да, особенно овал, с возрастом, и шею. Да, вот, да, убирает вот эти вот все брыли, тоз, вот это все можно. Да, для шеи можно использовать, он так и называется, массажер для омоложения шеи и лица. Да, вот так, так он выглядит. Есть еще интересный гаджет. Так, а вот у тебя, Таня. Да, давай вот этот. У меня прибор со светотерапией. Да, вот этот прибор вообще, это как, вот знаете, на кухне есть кухонный комбайн, как бы прибор, который действует, ну как бы, да, помогает во всем. Вот этот прибор тоже. В чем его уникальность? Ну, во-первых, это вот здесь собраны, так скажем, все лучшие, ну, вообще все процедуры антиэйдж ухода. Также к каждому прибору есть инструкция. Обязательно прочитайте инструкцию внимательно перед тем, как использовать. В ней вы найдете ответы на многие вопросы, которые, может быть, вначале вот у вас возникают. Вот, да, к каждому прибору у нас инструкция. Этот прибор также можно использовать для глубокого очищения кожи. Здесь вот есть вот такое вот защитное кольцо, не защитное, ну как сказать, кольцо прикрепления. Берете, да, снимаете макияж, ну стандартно, я не знаю, кто чем привык. Берете ватный диск, ну ладно, я не буду сейчас брать, у меня просто нет, да, смачиваете в любом там лосьон или очищающем молочко или гель, что у вас есть, вот так вот прикладываете его, фиксируете с помощью кольца, сейчас я вот так вот половинку лучше. Толстый слой. Да, то есть можно использовать половинку ватного диска. Да, ну, разделите его на две части. Вот так вот фиксируете и прорабатываете тоже по массажным линиям.
А на самом деле прибор очень яркий, очень сейчас, если он у нас заряжен, а у нас не заряжен. Нет, заряжен. То есть тоже много, у него очень много режимов. И вот это вот прибор, у которого действительно есть несколько кнопочек, которые регулируют интенсивность режимов, да, и переключение уровней. Про каждый из уровней, про каждый прибор вы можете спокойно, да, прочитать в инструкции в подробной, либо перейти по QR-коду на лендинг, на страницу посадочную, где тоже можно будет все это. И обязательно прочитать. На YouTube-канале Fibrillic Beauty Lab следите за выпусками, потому что уже 8 июля выйдет подробный эфир с нашими экспертами о серии Skin Skills, о приборах, о бьюти-гаджетах, где еще раз расскажут подробно наши эксперты расскажут об этих замечательных приборах. Есть еще, Таня, у нас два вот таких прибора. Один из них вот это вот. Вот здесь форма вот напоминает мне что-то. Да, это напоминает известный, да, скребок гуаша. Также рассказываю, есть вот такая чудесная инструкция. И вот такой. Вот это, чем уникален этот прибор? Тоже одна кнопочка. Два режима. Вот этот сейчас будет, наверное. А, наверное, нет, потому что все-таки я думаю, что это связано только с ультразвуком, да, потому что ультразвук там влияет. А тоже взаимодействует, да, начинает работать, когда вот так вот. Если шумно, то вы напишите, пожалуйста. Когда вот так вот замыкаешь, скажем так, вот контур. А в чем его преимущество? Вот эта вот вся поверхность прибора, вот прямо вся-вся-вся на 360 градусов, она рабочая. То есть и его мы рекомендуем использовать, и как для лица, да, потому что вот и с учетом того, что у него вот такая вот необычная форма, что вот здесь вот и есть и широкие, и узкие грани, да, здесь можно проработать и зону вокруг глаз, можно проработать и вот здесь вот. Что важно? Вот здесь вот, да, снятие усталости. И вот, вот так вот показываю проблемную зону, очень часто, вот у всех, да, проблемная зона, вот это вот рук. Антицеллюлит. Нанесли антицеллюлитный какой-то крем, гель, кто чем пользуется, тоже прорабатываем. Сидим у телевизора, не знаю, смотрим наш прекрасный YouTube-канал Fibrillic Beauty Lab и получаем удовольствие и пользу. И еще один у нас самый маленький, самый такой универсальный, наверное, мой любимчик, потому что бросил сумочку и пошел, или утром встал, когда, да, не хочется там что-то как-то, вот накануне, не знаю, там, поел, сезон арбузов сейчас начинается. Чтобы снять отеки, убрать, тоже вот такой вот. В чем его прелесть? У него, вот видишь, такая маленькая эллиптическая рабочая поверхность, и вот уголки глаз. Вокруг губ кисетные морщины тоже, пожалуйста, можно проработать. То есть это именно уход за кожей вокруг глаз и губ. Ну да, здорово. Потому что у него такая маленькая поверхность, в принципе, и можно проработать всю поверхность лица, но будет достаточно, ну, как бы долго. Еще раз напоминаю, что все гаджеты можно использовать, ну и желательно использовать, да, поверх какого-то средства. Мы рекомендуем гель с электролитами, увлажняющий Skin Skills. В принципе, вы можете наносить, да, работать по вашему любимому крему или сыворотке. Главное, чтобы он не очень быстро впитывался, потому что, да, чтобы не растягивать кожу, чтобы гаджет легко скользил, работал, не нужно вот когда вот совсем-совсем все быстро впитывается. В общем-то, вот так. Здорово. Кстати, по-моему, мне кажется, вот в аккаунте Fibrillic Beauty Lab в разделе IGTV есть видео наших экспертов про массажные линии и про массаж в целом. Да, но вот именно важно про массажные линии, и по ним и косметику рекомендуется наносить, и, собственно, бьюти-гаджеты. Ну, вот смотрите, тоже, да, по этим линиям. Да, вот, если мы откроем инструкцию, и в инструкции, да, тоже есть указания на это. В каталоге, да, и на лендинге там будет особенно вот хорошо проработано, но, в принципе, да, если вы откроете инструкцию, вот здесь вот, я не знаю, видно или нет, вот отсвечивает, показаны все линии, по которым можно двигать гаджет для того, чтобы получить максимальную пользу. И да, вот вопрос, действительно, вот этим маленьким прибором можно
пользоваться для кожи вокруг глаз, да. Спрашивают нас. Да. Друзья, вот так. Мы рассказали про все новинки. Напомню, что 8 июля YouTube-канал Faberlic Beauty Lab будет выпуск от наших экспертов подробно про SkinKills гаджеты. Обращайте внимание на QR-коды и к серии SkinKills, и другим нашим сериям, которые ведут на замечательные сайты, на которых можно найти тоже очень много информации, которая, может быть, иногда просто вот не удается в каталоге написать все, о чем хочется. Да, потому что у нас хочется все написать, но точно каталог. Да, тоже ограничено. Ограничено. Поэтому будем ждать ваши комментарии в Инстаграм, YouTube-канале. Подписывайтесь, участвуйте, потому что когда мы видим обратную связь, это вдохновляет, это помогает в работе. Вот спасибо огромное за то, что были сегодня с нами. Огромное количество новинок мы сегодня разобрали, поэтому, наверное, этот выпуск получился чуть дольше, чем другие. Вот, поэтому спасибо, что уделили нам время. Да, и мы вместе провели такой замечательный эфир. Спасибо за ваши сердечки, за ваши приятные лайки, комментарии, обратные связи. Все, вам, дорогие друзья, чудесного вам дня. Оставайтесь такими же красивыми, прекрасными и несите в этот мир красоту. Добро и да. Радуйте себя и друг друга. Все, чудесного дня. Всем Всего до свидания. Доброго. До свидания.